Чип. Ребята, всем привет. Бабка, а это космос, да? Ты не задолбался ники менять, Иван? Как у тебя дела? Как твой настрой на этот месяц? Шо, не проиграл? Все хорошо, это отлично. Да чип, иди, что ты стоишь над моей ногой? Настрой серьезный. Как у тебя продвигается в этом месяце? Как начало? Сколько уже закрыл? Трика, неплохо. С таким же настроем надо до конца месяца идти. Не отлынивать и не расслабляться. Потому что обычно, когда расслабляешься, забиваешь хрен, ничего не получается. Чип. Вот так вот. Да, о, ни хрена себе. Неплохо. Неплохой у тебя настрой. Это в том месяце прям неплохо. Я вообще удивлена. Ты куда? Я куда? Я дома. У бабушки в станице. В деревне. Сам в шоке был. Ну, умничка, умничка. Еще скажу тебе, меньше донать, на самом деле. Ты много донатишь. Делай так, чтобы ты оставался в плюсе. Такой тебе совет дам. Понял? А теперь донатишь тем, кто взаимно помогает. Молодец, вот. Примерно 20 тысяч, а тебе подарили 1000 или 2. Ну, типа, это же, ну, как-то неравномерно, да? Ты даришь много, а тебе чуть-чуть. По чуть-чуть донать. Если видишь, что помогают, то да, ты их можешь, ну... А вот, например, всем подряд лучше не донатить. Ты просто останешься в минусе от того, что ты будешь им дарить. Они тебе не будут приходить и не, ну, не будут помогать. Вот. Надо делать так, чтобы ты оставался в плюсе. Вот. О, блин. Так вот, я ни хрена экран не вижу. Солнце светит. Сейчас жарко будет. У нас вчера такой ливень тут шел, просто ужас. Ладненько, побежал работать. Давай, хорошего тебе дня.
Привет. Привет. Всем привет. Лиса-то хорошенькая, можно. Что, можно? Да? Откуда лиса? С Краснодара я. Сейчас нахожусь у бабушки.